Уважаемый народ России, я сегодня, вы видите, как обстановки, что я не могу даже дома, где меня держат в подвале одного из тысячи концлагерей в самой достойной, богатой, цивилизованной, жемчужиной, сильной стране Германии, в провинции Эссена и в районе Брохкобла, Патрасу, Вендерскер Вейг, 15, индекс 63, 486. Это я нахожусь точно так же, как в бункере, как у Путина, но, к сожалению, у Путина бункер огромный, а у меня 2 на 2. Это место, где вот и трехэтажный дом, который на чердака этого дома, значит, на самые вещи, это самые сильные аппараты Путин за деньги Трампа, Поля Бонапарт, брата Суркиса Кум, партнеры Кум Путина Медведчука, за деньги брата Путина, продюса, за деньги Амеда Карзая, Ашраф Гани, Абдулла, за деньги Саида Ибрагима Саиди, меня держат, чтобы мои информация не выходила до вас. Значит, да, международные прессы, да, международные организации, да, США, да, Сената США, да, президента США, да, да, премьер-министра Великобритании, Израиль, и да, Евросоюза, Европарламента, Еврокомиссия, и Международный уголовный суд и трибунал не выходил. У меня даже есть жалоба на Путина, на Трампа, на Саида Ибрагима Саиди, на президента Таджикистана Имам Али Рахманов, на Амеда Карзая и его банда, на продюса и брата Суркиса, который держит огромный компания, предприятие Отиса, которые это лифты поставляют и продают лифты, и ремонтируют. И миллиарды долларов Путин получает просто от этого. Уже не надо, что в Европе он газ, электроэнергию или другое. У него есть. Во-первых, этими деньгами он вообще не нуждается. Ведь представьте себе, что Путин с 2000 по 2020, пока посадили его куму в Украину Медведчуку, он через брата Суркиса, через Медведчука, через своего брата продюса вытащил до 1 триллиона Украины, которые даже туда выходили деньги МВФ. Обанкрутили, создали фиктивные банки, полностью разбазарили все, а потом это банки и предприятия обанкрутили, и некому было уже за это отвечать. Как делается, видите? А Путин говорит, что в Украине не было революции ни первой, ни второй, это было просто переворот, это было просто неконституционный действия против легитимного президента, кого он считает легитимным, как себя, да, в бункере, который столько убийства, столько уничтожения нации, столько организации и спонсирования исламского терроризма в мире и других, а в итоге все, не было 11 сентября 2001 года, который он за поставки оружия талибам через брата и родного брата отца Амеда Карзая талибам отправил массовое оружие, боеприпасы, технические средства против миротворческой силы НАТО, против детей Европы, Америки, Израиль и
Великобритании, которые они служили как миротворческие миссии, выполняли по восстановлению Афганистана. И это 3 триллиона, который поступил, 1,5 триллиона уже на хранение дали Ахмед Карзай, Ашраф Гани, Абдулла Абдулла, точно так же, как и брат Суркиса в Медведчук и его брат Продюс и в Азаров и Янукович передали 1 триллиона Путина на хранение. Это все на хранение перешел, чтобы потом они, а вдруг что-то, вот он есть спаситель мира. Это Владимир Владимирович Путин за свое воровство, ограбление хозяйства, имущества чужих государств, чужих людей. А потом он подкупил кого-то и в Европе, и в Африке, которые вот урожай украли из Украины, потом его люди складировали его, которые, это были мои друзья даже, вот складировали, и через этого они контрабандом ее отправили до Африки и получили за конечно, правда, помните, что всегда украденный товар, он дешевле. Он украл газ, электроэнергии, свет собственного народа, и народа Украины, народа Казахстана, народа Туркменистана и других. Я отдал в Европу за копейки. Конечно, европейским, кто с ними имел связь, тоже по этим контрабандным схемам, они были довольны, потому что они зарабатывали лично миллиарды, все стали здесь миллиардером, потому что Путин до прихода в Горбачева здесь работал послом в Берлине. В Берлине очень много гнили люди, он с собой собрал, которые вот сегодня они кидаются на президента страны, кидаются на министра иностранных дел страны, кидаются на, я имею в виду Олафа Шольца, кидаются на великая женщина, которая вот канцлером в Германии. Но что это за дело? Потому что Путин. А кто это Путин? Путин это вор. Это вор в законе Санкт-Петербурга, который родился вообще в нищете в коммунальной квартире. Он оттуда взялся, чтобы уничтожить уже весь мир, для того, чтобы капитализм, значит, ему это не подходило. Надо обязательно, чтобы была диктатура, обязательно Советский Союз, обязательно его команда, обязательно ажиотаж, обязательно военные жандарм, и чтобы руководил один человек его, Владимир Владимирович Путин. Представьте себе, что я сегодня раскрою вам вот эту тайну, я много говорить не буду, потому что вы не покажете его потом. Это вот как раз здесь вот его люди, которые, он из Косово, Черногория и Сербия подготовил хакера международные, которые атаковали в президентские выборы в США у Байдена на пользу Трампа. Это преступник не только Афганистана отдал на руки Талибан за копейки. Он подкупил за эти деньги, которые были отправлены на 3 триллиона в Афганистан, он подкупил офицеры и солдаты. Руководство продажные люди подкупил в Афганистане. И за это он продал Афганистан экстремистские, террористические группы Талибан. А как он делал сейчас в секторе Газа? Он воспитывал в кому? Террористы. Потому что Хамас, Аль-Каида, Аль-Шабаб африканские – это террористы. А как можно террористов финансировать, чтобы они бы уничтожили еврейские нации в Израиле? А как это за деньги Америка, за деньги Европа, Израиль, Афганистан получил 3 триллиона и 1 триллиона получила Украина. И все это оказалось в кармане Путина на хранение. А он с этими ядерными арсеналами Ирана помогал Саиди, построил. Он построил ракетные комплексы, которые пользуются его против Украины. Украина превратила на руин, как Афганистан прибрежного, который 1 миллион погибли и 5 миллионов покинули Афганистан. И деньги оказались вдруг опять в той же стране, в тот же человек, такой же диктатор, как Брежнев, это Путин Владимир Владимирович. Сколько народ России, вы терпите это, ваши сыновей, 500 тысяч он похоронил. И сейчас он хочет похоронить еще миллионы людей
Европа через это как раз Косово и Сербия, которые их уже научили. На Сальварбризе в Украине за мостом Патона в двух офисах, один и два, которые даже туалеты были под кодом, это под моего дома. И эти же люди при Януковиче он научили и отправили потом их во время выборов в Америку, чтобы атаковать. Но они атакуют везде, они завтра прекращают все системы, все сервера. У вас не будет работать транспорт, вы станете в Европу, в Америку, в Израиль, в Великобританию, останетесь дома, что у вас не ходит ни транспорт, не работает ни банк, как в Украине это было вот недавно, вот до вторжения. Путин это делал. Все сервера закрыли. Мы выходим, посмотрим, не работает супермаркет, не работает транспорт, не работает метро, не работает ни одного заведения, не работает. Друзья, что видите? Не работает телевидение и не работает телефон. Все блокировано, все закрыто. Вот эти же люди, как раз Косово, они даже дошли авантюрно до авиации. Авиация ни минуты от меня не оторвется, когда узнали, что я сказал, что вот это агентуры Путина, хакера международные с Косово и Сербия, они, которые были за деньги Трампа, Поле Бонапарт, деньги в спецслужбе Российской Федерации, деньги брата Суркиса, деньги брата Путина Продюса, деньги Амеда Карзая, Ашраф Гани, Абдулла Абдулла, вот за их деньги и Саид Ибрагим Саиди, они это все организовали, все это сделали, создали более тысячи концлагерей, которые в одной из них, вот в Германии, в цивилизованной богатой стране, в трехэтажный дом, который на чердаке, вот эта станция стоит, которая завтра вы будете без силы. Они делают переворот, они делают тракт, они организуют море, это демонстрация против власти. Они собрали 70 тысяч в Праге, они безобразие делали в Париже неоднократно и даже сожгли. А вы смотрели, как порядок вещей. Почему вот я когда вот был в Брюсселе, когда у меня была встреча с многоуважаемым король Бельгии Филиппом, за круглым столом я ему все это доложил. А когда через ровно 19 дней после его встречи мне жестоко Путин дал на руки Хамаса, сказал, что берите еще с собой людей Кадырова и Талибан и убейте его вместе с Аль-Шабабом африканским. Тоже они террористы. Вот и это террористы одного у меня сейчас в доме. В этой же 2x2 комнаты, которые в подвале дома на Брохкобле от лагеря беженцы, как украинский беженец, как отец пятерых еврейской семьи, как дважды в Майдане. Вот посмотрите, надо мной вот ходит самолет. Самолеты разведки. А как они? Они автоматически меня сейчас будут отключить. Вот послушайте, я 2 секунды молчу. Послушайте. Сейчас он будет прямо возле меня здесь курсироваться, чтобы отключить у меня, блокировать у меня телефон. Послушайте. Это самолет разведки. Вот он пошел. Потому что до такой степени они захватили информационное пространство в Европе. Сегодня парламент начинает голосовать и трусится. Европарламент, Еврокомиссия, Верховный суд, главнокомандующий здесь других. А завтра они Рамштайн будут уже вас блокировать. Завтра будет вся ваша армия блокирована, ваша полиция, ваша больница, скорая помощь. Все будет блокировано. Это банда, это страшная банда. Вы представьте себе, что женщины вот из Кавказа, они имеют доступ к химическим средствам, которые привезут контрабандом от Путина на Европу. Вот они привезли его в этот же дом, в этот же квартире, который частный. Я был в лагере, а в лагере, когда уже пригласили они против меня смертница от
Сомали, женщина молодая, она владела трех языков: французский, немецкий и нидерландский. Представьте себе, что она отказала. Она сказала, что я убрать этого человека не хочу, потому что он, во-первых, умный, грамотный, он разумный человек. А зачем мне его убрать? Они сказали, тогда давай немедленно уезжай в Нидерланды, забери все эти обращения, которые он дал в Международный уголовный суд и трибунал против Путина, против Сайди Ибрагима Раиси, против Ахмеда Карзая и его банда, вот это Ашраф Гани Абдулла Абдулла, против брата Суркиса, партнера кум Путина Медведчука, против самому брата Путина, это Продиуса, и против Трампа, и Поля Бонапарта, и вся эта банда, которая с Сената США уже берутся. А почему Сенат США до сегодняшнего дня ни одного шага против исламского терроризма не делал? Ни Осама бен Ладена не трогали, его убрал Обама. Мишель Обама пошел на риск. Видите, что делается? А второго по величине, как после бен Ладена, это Завахри, который вот в Афганистане его уважаемый Байден уничтожил. Вы что делаете? Но сейчас Путин за деньги Трампа, за деньги других людей из Сената США построили ядерное оружие, ядерный арсенал в Иране и ракетный комплекс, и в других странах даже поддерживает в Северной Корее, чтобы как быстрее уничтожить НАТО и Пентагон и развалить Евросоюз. Вам это надо? Вам недавно Путин взял вот такое задание, дал Трампу, чтобы Папа Римский должен пойти на встречу, чтобы говорить, чтобы Путин должен примирие объявить с Зеленского. Но это постава была. На этот раз великий гражданин мира, лидеры религиозной католической церкви, которые это трех великое религиозные плюс четвертый исламский. Но поверьте мне, что вот объединение религиозные, христианские, католические и еврейские, и четвертые мусульманские, их разводят. Разводят такой неадекватный больной гражданин. Трамп, Дональд. А он поехал, вот видите как, он поехал в Польшу, организовал Путин через него самолет Смоленского, погиб вся лидеры польской элиты. И евреи были они. Потому что это план, это графика. Если бен Ладен не успел там делать переворот на пользу Трампа и на пользу людей, которые вот и были здесь, хотели, чтобы было бы уничтожено НАТО и Пентагон, ибо власть бы дали бы на руки таких больных, как Трамп, как можно ключи от ядерной великой державы отдать такого человека? Хорошо, Байден старик, но не дай бог завтра он умер. Но вы, американцы, понимаете, что отдать сегодня власть на руки республиканских, кого бы ни было, они будут уже выполнять функции Трампа. Против самому народу Америка и развали НАТО, и Пентагон, и развали Евросоюз. Что тогда вам остается? И потом опять возвращайте, когда уже ничего нет. Когда уже вместо одного Сайди Ибрагима Саиди, у вас будет 50. Против вас уже подготовится вся арабский мир. Против вас подготовиться других, которые вот в Германии. У него столько сторонников у Путина, потому что он подкупил за газ, электроэнергию. Что он сделал? Он украл у соседних государств России, в самому России, Украина, в Казахстан и Туркменистана газ. И отдал за копейки в Европу, чтобы подкупить кого-то, потому что ворованный товар всегда он дешевый, точно так же, как и воровал урожай из Украины, а потом его контрабандом до Африки африканский покупал. Ну что это делается?
а народ Африка и народ Европы, особенно Германия, и не спрашивали, уважаемый, а какой он уважаемый? Ты, Путин, неуважаемый. Убийца никогда не говоришь на «ви». Ты, Путин, скажи, у кого украл газ, электроэнергию и свет, который ты нам даешь за копейки? Ну, мы тоже уже воры. Потому что мы не боимся, что завтра россияне скажут, что вы, Европа, украли наш газ, электроэнергию, все, и мы остались в нищете. Или Украина скажет, что вы, Путин, отдал африканцы, вы взяли за копейки наш урожай, а мы остались голодные. Но Холокост и много других для Путина это радость. Вы поверьте меня, что мы сегодня не можем. Посмотрите, я вам сегодня сказал, что я раскрою то преступление, которое россиян должен немедленно этого гнида убрать с поста президента, чтобы распустить гнезда ненависть. Это Госдум России объявит немедленно демократический выбор в присутствии наблюдателя международного ООН, чтобы было бы демократическое общество, чтобы Россия объединилась в Европейский дом. Они достойны этого. Это достойная нация. Почему нет? Вот я очень горжусь, что как раз моя мама всегда покойная сказала, она прадед Лехсар, она сказала, что сынок, ты должен жениться на армянин. Я говорю, почему? Он говорит, самый достойный еврей в мире – это армяне. Армянине. Вот, и не получили, но я его функция выполнил, планы маме, взял, женился на украинской еврейке. Какая разница? Имею 5 детей, которые вот и двое из них тоже парализованы за это преступника, беспредельщика Владимира Владимировича Путина. Ну, что мы будем делать? Он мечтает, когда уничтожит Берлин, потому что он там для себя хозяйство делал, и у него есть люди, которые потом их куда-то а что будет судьба других регионов Германии, Западной Германии, которые мы еле-еле